Эта неделя в нашем городе ознаменована открытием первого лофт-пространства «Бизнес-молодость» для предпринимателей. Инициатива открытия лофта принадлежит челябинским бизнесменам, которые почувствовали острую необходимость в создании такой точки роста в нашем городе. Хочется влиять на многое, но мы не можем влиять, пока наш масштаб внутренний, наши там финансовые результаты не такие же масштабные, как наши мысли. Поэтому, собственно, сейчас наш масштаб такой, что мы можем повлиять на это пространство. Вот сейчас мы эти 200 метров сделали, потом мы вот пойдем, выйдем из двери, посмотрим, что ближайшее. Тут не так что-то, да, не так красиво, хочется улучшить. У нас было очень много причин собираться, встречаться. И мы проводили программы, там, мастер-классы в конференциях, там, в гостиницах, в конференц-залах, в различных, в кафе, там, пообщаться, да, поделиться своими результатами. Ну и поняли, что назрел вопрос, давайте найдем такое место, где мы могли бы, ну, все вместе собираться в одном месте. И стал вопрос, дом БМ построить. И это действительно такой получился феноменальный проект, потому что в создании пространства участвовало больше 200 человек. А люди участвовали вообще на каждом уровне. Вот то, что вы сейчас здесь видите, это люди, кто-то стены красил, кто-то пол заливал, кто-то доски собирал, кто-то второй этаж, кто-то деньгами участвовал. Ребята именно исходили из того, что они являются частью этого. То каждый, кто имеет какое-то отношение к пространству, не обязательно на этапе строительства, он является хозяином этого пространства, а не гостем. Здесь обещают проводить мастер-классы, лекции, семинары и тематические вечеринки. Не только для антуража, но и для удобства существует своя библиотека, коворкинг, зоны отдыха и занятия спортом. Вот смотрите, вообще бизнес-молодость, у него два крыла. То есть первое – это коммерческое крыло. Это есть платные программы образовательные и есть именно крыло сообщества. Вот, сообщество – это как раз люди, которые прошли образовательные программы. И у них есть живой интерес дальше общаться, взаимодействовать. Это людям, которые, например, давно работают по найму, например, да, и уже хотят сделать первый шаг, там год-два уже не могут решиться, и вот все им мешает, как бы какие-то убеждения ложные держат. Это люди, которые хотят начать свое дело, да. Это студенты, которые тоже заканчивают институт, например, и понимают, что они не хотят связывать свою жизнь, например, с наймом, им больше нравится, например, заниматься своей деятельностью. А это люди, которые также, да, старого поколения, которые, например, в свое время были на пике подъема, а сейчас со временем меняются инструменты, и они чувствуют, что рынок постепенно забирают у них, они чувствуют, что денег становится все меньше и меньше, и понимают, что нужно, да, заново учиться и получать какие-то новые маркетинговые инструменты. Добиться успеха в бизнесе часто помогают креативные идеи. И для того, чтобы их транслировать, обсуждать и культивировать, нужны специальные условия. Наверное, поэтому сегодня все чаще появляются подобного рода площадки, где атмосфера творческая работает в направлении коммерческом.